Сегодня на базе 7-й школы начала работу 3-я смена пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей. Мероприятия для ребят начались с 8:30. После знакомства в отрядах мальчишки и девчонки сделали зарядку и отправились на линейку. Там они показали свои физические возможности, садились на шпагат и вставали на мостик. Потом отправились в столовую. Сегодня на завтрак омлет и яблоки. После завтрака каждый отряд должен пойти к себе в кабинет и заниматься отрядными делами. То есть подготовить название команды, выбрать командира, девиз, речевка и так далее. Затем каждый отряд будет заниматься по станциям. То есть один отряд идет, занимается шахматами, другой – веселыми стартами, а потом у нас танцевальная программа «Мы вместе». Напомним, пришкольный лагерь будет работать до 24 августа. На этот период запланирована масса мероприятий патриотической направленности. Подать заявку еще можно. Для этого нужно обратиться в 7-ю школу или управление образованием.